Доброго здоровья вам всем, друзья. Простите за такой тяжелый ролик, за предыдущий тяжелый ролик. Но это наша жизнь, ребята. Наша жизнь, что происходит и клубится вокруг нас. Где-то красиво, где-то шикарно, а где-то ад и самый низ. Это жизнь, ребята. И главное в этой жизни – как бы страшно, как бы больно не было, это не сдаваться. Мои хорошие, я постараюсь выпустить в ближайшее время хорошие, добрые ролики о наших пристроенных. У нас есть хорошие, добрые вести. Но сейчас именно этот ролик, ребята, это наш новый крик о помощи с кормом. Корма осталось на пару дней. И только от вас зависит наша жизнь, вы это знаете. Мы кричим по сбору корма каждый месяц. Мои хорошие, я обращаюсь к вам. Помогите. Корм – это не кровь, не раны. Но это то, чем мы живем каждый день. И мы, и вы. Еда. Только это поддерживает в нас силы. Ребята, кто-нибудь из вас голодал? Вспомните то чувство, когда вы бежите домой голодный-голодный и на ходу хоть какой-то кусочек в рот закидываете. Это начало голода. И представьте животных, которые сидят в вольерах, и у них одна надежда только на вас. Только на вас, ребята. Прошу вас, помогите нам сборами на корм. А еще посмотрите, сколько у нас в приюте инвалидов. Тех, кого вы спасли, ребята. Сообща спасли. И неужели мы с вами допустим, чтобы они голодали? Разве мало их била жизнь? Если еще и держать их в приюте впроголодь. Ha 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 ha!